В Сыктывкаре утонул 16-летний подросток. Его тело обнаружили спасатели, сообщает Главное управление МЧС России по Коме. Трагедия произошла вблизи городского пляжа в местечке Кируль. По предварительной информации, двое подростков 2008 и 2006 годов рождения отправились купаться за территорию оборудованного пляжа. Попав в яму, начали тонуть. Одного юношу удалось спасти, второй ушел под воду. Спасатели напоминают взрослым и детям правила безопасного отдыха у реки. Купаться только в специально оборудованных местах. Не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом виде, не нырять в незнакомых местах, не приближаться к судам, не устраивать игры в воде, связанных с захватами, не плавать на надувных матрасах или камерах, не использовать неисправные плавсредства. Родителям следует постоянно следить за детьми.